Всем привет. Еще один турнир из разряда Корежникова на Сырдарье. Турнир максимальный вес. Идем на локацию обрыв, достаем удочки. Наживка, жвачка, или по дну, или на хлыст, разницы нет. Главное, чтобы удочки были достаточно крепкие. Турнир можно выиграть при весе от 350 где-то, ну, может, чуть поменьше, и более. То есть больше 350 килограмм – это победа 100%. В данном случае я взял самое мощное удилище и леску на тонну 400. И вот не прошло и часа, первая поклевка на жвачку со дна. Ничего пока тут не вырезал, все как есть. Если у вас, допустим, разряд не такой большой еще, можно снасти и послабее брать, но по крайней мере килограмм на 500 надо, чтобы выиграть данный турнир. То есть турнир можно выиграть при пойманной коряге весом 330-340 и более килограмм. У меня, повторяю, леска тонна 400, ну, удилище самое мощное 1750, пусть с небольшим износом. Вот тут же клюнула и та удочка, которая у меня работает на хлыст, жвачка. Все три удилища на жвачку. Пару я бросил на дно, а одно вот среднюю на хвост. И вот смотрим. Вытаскиваем корягу, тонны 400 там, 70 чем. То есть это явно выиграли уже. Можно уходить, что угодно делать. Ну давайте посмотрим, что у нас тут клюнуло. Еще вот на хлыст среднюю удочку. И левый опять поклёв. Все на жвачку. И видим, что леска рвется. Это явно не топляк. Топляк сразу обрывает. Это коряга. И коряга, судя по опыту, где-то по 2 тонны, если не больше. И здесь то же самое. То есть коряга, вот видите, какие. Такие же коряги попадаются, как и на клязьме. То есть большие. Я уже не захотел больше рвать леску. Достал спиннинг. И стал ожидать окончания турнира. Можно было уйти куда-нибудь там на трофей, на какой-нибудь, на другую локацию. Я остался здесь. И перед окончанием турнира, соответственно, вот все данные о нашей коряге вытащены. На турнирке смотрим. По окончании турнира спиннинг у нас в руках. 100% алкоголя. Ждем окончания. Вот что у нас, что у ботов. Какие призы, сколько очков опыта и так далее. То есть турнир несложный. Главное, чтобы вы выдержали снасти. У кого поменьше разряд, тому достаточно там вытащить 350 килограмм, допустим, коряга. Вот таким образом. Я удаляю обычно все, что есть. Она, кстати, по опыту всего очко. И далее заканчиваем пьянство в бой. До свидания.